Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин TrueCamp. И сегодня мы поговорим о столике, который может заполнить внутреннее пространство лодки. Вот, как известно, чем больше лодка, тем хочется больше пофантазировать. Сегодня мы попробуем рассмотреть столик номер 14 для лодки ПВХ, который может вас обеспечить не только удобным функционалом, как площадью, допустим, для эхолота, держателями, для спиннингов, вот. Он может вас обеспечить еще следующими вещами. Первое, боковые поверхности у нас могут использоваться для фиксации на них тех же кранцанг, зевников, блесен и т.д. и т.п. У вас две такие плоскости с одной и с второй стороны, огромные, есть где фантазии разгуляться. Дальше, ниша. Вы спросите, зачем вот эта вот ниша нужна. Сейчас объясню. Все знают, что когда мы плаваем в лодке, нам хочется пить. Мы пьем воду. Пьем воду в больших количествах, так как жарко. Ну вот. А, как правило, эти бутылки у нас болтаются в одну лодку или в сумке, но все равно в конечном итоге они пачкаются, пахнут рыбой, как правило. Просто знаю это даже по себе. Ну вот, было один из наших клиентов предложил нам сделать вот такой вот столик, в который бы спокойно могли помещаться эти полторашки. Полторашки в данном столике могут поместиться 1, 2, 3 полторашки. Отлично, полторашки мы убрали. Но настало время обеда. Как же нам обедать? Все держать на руках или ютиться на соседней лавочке? А когда в лодке от 3 людей больше, возникает вопрос, как и где нам поесть? Можно, конечно, и на коленках, но зачем есть на коленках, когда у нас есть вот такой вот большой обеденный стол? Для лодки, на самом деле, это огромный размер столика. Вот, это размер столика до бортика 35 на 30 сантиметров. Это практически 35 на 30. Это 90 квадратных сантиметров. Многие скажут, здесь у вас газлит, да он свалится. Но, точнее не свалится, он сложится, этот столик. Конечно, он сложится, смотря какая нагрузка. На этот столик можно спокойно установить полторашку. Да, еще добавить, она начнет складываться. А мы добавим сюда. Да, ну, газлифт у нас идет 120 ньютон. То есть полторашку мы установили. Полторашка держится. Положили сюда. Еще чего. И он будет держаться. Выдерживает нагрузку до 2,5-3 кг на крайнюю точку. Согласитесь, этого вполне достаточно, чтобы просто пообедать, перекусить и не бояться, что ваш столик сложится. Итак, еще немножко размера данного столика. Столик складной. Фиксация внизу идет на простой защелке или бушке. Высота столика 38 сантиметров. Этот столик для больших лодок, у которых высота борта минимум 48-50 сантиметров, иначе просто он будет стоять у вас на полу. Дальше, ширина столика 32 сантиметра. Размеры вот этой столешницы 15 сантиметров. То есть здесь свободно у вас поместится эхолот, навигатор или еще что-то. Ой, глубина полочки, ширина полочки, точнее глубина полочки, у нас идет 10 сантиметров. И ширина внутреннего пространства у нас получается 28 сантиметров.
при ширине бутылки 9,5 см этого расстояния вполне достаточно, чтобы здесь поместились 3 пластиковые бутылки. Многие скажут, что у вас нет задней стенки, но здесь у нас идет баллон, то есть бутылки у нас не вывалятся. В основном вот эта столешница, она у нас закрыта, бутылки и сюда не вывалятся. Эта столешница у нас используется в основном только как разобрать свои причиндалы рыболовные или пообедать. Если понравился данный столик, заказывайте у нас на сайте. Понравился столик, ставьте лайк. Хотите себе такую глотку, заказывайте у нас на сайте. Меня зовут Арсений, подписывайтесь на наш канал, рекомендую.